Уважаемые участники Светлой Лиги чемпионата Киева по мини-футболу среди церквей, сегодня мы в гостях у Давида. Давид, привет. Привет. Он нам сегодня поможет выбрать лучшего игрока четвертого тура Светлой Лиги ХФЛ. И у нас есть такие претенденты, как Петрунёк Евгений, Парага, Малён Александр, Кошевой Александр, Солдатенко Саша, Панин Антон, Берлин Люк и Евменцев Дима. Итак, у нас мы подготовили такую вазочку с киндер-сюрпризами, мне с яйцами от киндер-сюрпризов, и с помощью Давида мы определим лучшего игрока четвертого тура. Давид, твои пожелания, вот что ты хочешь пожелать ребятам? Чтобы они хорошо играли и дальше верили в Бога. Золотые слова. Давай, Машу, выбирай человечка. Может, ты потруси сначала все-таки или нет? Не хочешь, чтобы кто-то... вот так, Маша, потруси. И теперь выбирай. Итак, внимание, лучшим игроком четвертого тура становится, смотрим кто, внимание, Параха Горница. Итак, мы поздравляем, у него уже есть приз, я думаю, что он поделится с кем-то из своих игроков наверняка. Пусть вас Бог благословит и хорошего вам футбола.